Сияющая улыбка – визитная карточка современного, уверенного в себе человека. За эстетической составляющей идет практическая – правильный прикус, здоровые десны и крепкие зубы – залог корректной работы всех систем организма. Будущее за профилактикой. Мир стоматологов на месте не стоит, и мы должны в ногу со временем шагать. Спектр услуг, соответственно, расширился, потому что расширились запросы. Если раньше приходили большей частью пациенты с острой зубной болью, то сейчас немножечко список жалоб изменился. Серпуховичи и жители соседних городов записываются на прием с разными проблемами. Среди них заболевания слизистой оболочки полости рта, десен, оголение мишейки зуба. Молодое население беспокоится об эстетических недостатках улыбки. Пришло время сознательных пациентов, что радует врачей стоматологической поликлиники номер 2 в микрорайоне имени Ногина. Даже настаиваю на том, чтобы жители нашего городского округа обращались за стоматологической помощью не только тогда, когда что-то беспокоит, а именно с профилактической целью. Поэтому сейчас в этом направлении мы можем предоставить множество услуг абсолютно бесплатно по полису ОМС. И профессиональная гигиена полости рта, она тоже делится на услуги, которые предоставляются по полису обязательного медицинского страхования, по полису ДМС и платных услуг. Сейчас гигиена полости рта – это большой комплекс услуг, отвечающий всем требованиям современного профессионального стандарта. Специалисты клиники регулярно проходят повышение квалификации. Современное оборудование – одно из обязательных составляющих качества процедуры. В нашей поликлинике уже очень много лет работает такой кабинет. Здесь осуществляется доврачебный прием профилактический с целью предупреждения развития различных стоматологических заболеваний. Пациентам проводится осмотр полости рта, слизистой оболочки полости рта, проводятся специальные методы обследования и предлагается непосредственно проведение комплексной профессиональной гигиены полости рта. Для исключения риска неприятных ощущений пациенту делается аппликационная анестезия перед процедурой, производится анамнез и проверка на наличие аллергических реакций. Процесс профессиональной чистки состоит из нескольких этапов. Удаление мягкого зубного налета, ультразвуковой чистки, чистки аэрофлоу, полирование всех зубов и ремотерапии. Заболевания нужно предотвращать. Для этого в стоматологической поликлинике номер 2 также предлагают услугу люминесцентной стоматоскопии. Другими словами, это онкоскрининг полости рта. Процедура очень интересная, нужная, важная. Вообще онкоскрининг – это один из видов диагностики предраковых и раковых заболеваний на ранней стадии. Вот уже несколько лет клиника участвует в федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. И процедуру можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Из плюсов – это, во-первых, неинвазивность данного метода. Второе – это скорость проведения данной манипуляции, это буквально пару минут. И, наверное, для многих наших пациентов самое важное – это полная, абсолютная безболезненность. С помощью специального прибора просвечивается полость рта. Доктор наблюдает за тем, каким цветом отзываются на излучение прибора мягкие ткани пациента. Свечение определенного цвета говорит об отклонениях от нормы. А это может быть зеленое свечение, что говорит о том, что ротовая полость полностью здорова. Имеется какой-то острый воспалительный процесс, свечение будет розовое. Если это хронический воспалительный процесс, ярко-малиновое. И самое важное, что мы должны увидеть, если свечение будет темного цвета, то это может говорить о том, что это предраковое или какое-то раковое новообразование, злокачественное или доброкачественное. Если проводить плановые осмотры, профосмотры, то все можно предотвратить и обнаружить на ранней стадии. Профосмотры и профилактика – прямой путь к красоте и здоровью ваших зубов.